11-й, 10-й прием. Я 11-й, слушаю. Я прошу выйти вам, где находится подмога, блядь? Ничего нет? Бомбят очень сильно. Сейчас узнаю, где находится подмога. Бомбят остается очень сильно. 10-й, я 11-й. На Поповича подходит уже подмога, десантники и мотострелковая рота. Как меня понял, прием. Сейчас вокруг тебя заград огонь ставят. Всех людей спрячь в укрытие, прием. Надо, блин, у нас тут уже пиздец, хуя, все валится. Блокировали со всех сторон. Нас обошли, блядь, нахуй, сзади с этого дома. Дупо напротив, оттуда хуярят из дома. Блядь, со стороны ебашут, гранатометов расстреливают, со стороны путей там стоят, кстати, суперны, мочат сюда. Я понял, я слушаю тебя. 11-й, блядь. Вызывай 104-го, давай с ним в контакте. Куда ему? Объясни, подойди. Меня бьют с тыла уже, с тыла, блядь. Я понял. Тебя бьют с тыла уже, прием. Уже за 30, наверное, за 30 раненых, блядь. За 30 раненых. 36-й, не стреляй! Это свои! Это камин! Камин! Калибр 10. Я понял. Вытягиваю